Предприниматели Махачкалы предупреждают о необходимости соблюдать правила установки рекламных и информационных конструкций. Очередной рейд провели специалисты Управления торговли, предпринимательства и рекламы. Они обнаружили многочисленные рекламные щиты, установленные без соответствующих разрешений и согласований. Всем предпринимателям выданы предписания в 30-дневный срок самовольно демонтировать конструкции. Если владелец вывески неизвестен, она также будет демонтирована и утилизирована, рассказали в ведомстве. На улице Крылова и у Сарбекова были выявлены ряд рекламных конструкций, не соответствующих правилам установки рекламных и информационных конструкций. Предпринимателям выданы предписания о необходимости устранения данных нарушений.